первая пошла. Если радость в сердце бьется, речи славные готовь. Всем народам руководству дружно выразим любовь. День и ночь решала дума, быть ли празднику. И вот позади остались будни. Наступает Новый год! День и ночь кипела стройка. Пробил час, пришла пора. Нам осталось крикнуть только всем строителям! Ура! Ура! Нам теперь уныние чуждо, так позвольте всем народам громко, весело и дружно вас поздравить с Новым годом! Огромное вам спасибо, уважаемые зрители! А нам? А вам, пони-кони-пельмени, строжайший мой наказ, чтобы в присутствии высокопоставленных людей никаких шалостей. А дальше? А дальше высокопоставленный человек обратится к народу с приветственной речью. А дальше? А потом мы вместе с народом скажем: раз, два, три. А он? А он скажет: елочка, гори. Кстати, давайте отрепетируем. Граждане, приготовились. И... раз, два, три! Ёлочка горит! И чего? И ёлочка загорится. Не может быть! Еще как может быть! Если высокопоставленный человек скажет «гори», тут хоть тресни, а гореть придется. Либо елки, либо всем нам синим пламенем. А танцы? А мальчики? Девочки? Пони? Пони? Горки? Карусели? А ну, цыц! Все будет, только позже, если мы хорошо справимся с заданием. Кажется, начинается. По местам. Граждане зрители, приведите себя в порядок. Приготовьте шапки, варежки. И умоляю вас, не перепутайте слова. Внимание, внимание! На центральную площадь города Железногорска прибывает праздничный кортеж. В составе кортежа символ наступающего Нового года – золотая крыса и высокопоставленные люди. Ура, товарищи! Уважаемые железногорцы, обещаю вам в новом году свое покровительство, чтобы ваш любимый город продолжал хорошеть и расцветать, так же, как в эти дни похорошела и расцвела ваша центральная площадь. Сердца железногорцев бьются в унисон. Наступает кульминационный момент праздника. Слово для поздравления предоставляется депутату Совета депутатов ЗАТО город Железногорск Владимиру Николаевичу Крутому. Добрый вечер. Хотелось бы поздравить всех с наступающими новогодними праздниками. Я думаю, что следующий год будет лучше, чем предыдущий, и у нас все получится. Поэтому, думаю, надо переходить к самому главному действию.
зажечь нашу красавицу. Подождите, подождите. А ну, Снегурочки и Дедушка Мороз, что у нас там дальше? С выражениями сердечной благодарности к вам, железногорцы, и строителям ледового городка обращается группа лучших железногорских снегурочек. Если радость в сердце бьется, речи славные готов. Всем народам руководству дружно выразим любовь. День и ночь решала дума, быть ли празднику, и вот позади остались будни. Наступает Новый год! День и ночь кипела стройка, пробил час, пришла пора. Нам осталось крикнуть только всем строителям! Ура! Ура! Нам теперь уныние чуждо, так позвольте всем народам громко, весело и дружно вас поздравить с Новым годом! Ну что ж, нам осталось только зажечь праздничную иллюминацию. Поступим так. Мы все, кто пришли на эту площадь, скажем раз, два, три, а вы скажете: «Елочка, гори!» Приготовились. Три, четыре. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Ни за что. Кто это сказал? Это я, Ёлочка. И интересно, почему ты не хочешь загораться? Да потому что мне надоели ваши солдафонские команды. Раз, два, три, елочка, гори! 100 лет одно и то же. Тут вам не армия. И я, между прочим, девушка. И что же ты предлагаешь? Целовать тебе лапки? Меня целовать не надо. Я колючая. А вот снегурочек можно. То есть? Я зажгусь только в том случае, если вы меня уважите как девушку на самом высоком уровне. Это каким же образом? А вот пусть он поочередно перецелует всех снегурочек, а зрители пусть считают поцелуи хором. И вот только тогда, на счете 7, я и зажгусь. Подожди, а может быть я их поцелую? Я же сказала, на самом высоком уровне. Ничего не поделаешь. Вам придется подчиниться. Уважаемые зрители, приготовились к счету. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С большим